Здравствуйте, друзья. Спрашивают, вот если вот еще студенты придут, и еще студенты придут, и еще придут, как вы собираетесь развивать школу? Ой, мама родная, значит, это сложный вопрос, я сейчас объясню. Дело в том, что для того, чтобы иметь какое-то отделение удаленное на расстоянии, надо, чтобы местный рынок труда достаточно большим был для того, чтобы там вести какие-то операции существенные. Ну, допустим, сожрать там, скажем, 100 человек в год новичков. И 100 человек в год новичков, я даже, честно сказать, не знаю, где можно сожрать. Вот есть замечательные места, есть Нью-Йорк, там, с Нью-Джерси, есть Чикаго, например, очень хорошие рынки, замечательные совершенно. Но могут ли там вот 100 человек? С другой стороны, а чего 100? Может быть, из-за 100 человек там и заморачиваться не стоит. Что такое 100 человек там в нашем случае? 300-400 тысяч долларов, да? Значит, но это что нужно-то? Это нужно несколько зарплат, там человек должны, там должны быть люди, сотрудники штатные, административные, там должны быть преподаватели, помещение нужно, там электричество, телефон, там, не знаю, на первое время какая-то реклама там или что-то. Кроме того, а где взять интерншипов-то на 100 человек в год? Тоже вот интересно, у нас тут сколько лет ушло, пока мы, значит, с интерншипами разобрались. Поэтому получается, что в течение нескольких лет, ну, допустим, я не знаю, там, с 2-3 так точно, это будет небольшая операция, такая, которая своих денег не стоит, и, может быть, но с возможной перспективой там какой-то, какого-то роста там. Но опять, нет такой перспективы роста, как, допустим, в Кремниевой долине, где, ну, вот у нас сегодня там, допустим, не знаю, человек 500, наверное, за год проходит. Нет такого рынка больше нигде. А заморачиваться, допустим, из-за рынка, который в 5 раз меньше, так вроде как и смысла нет. Ну, в общем, мы думали давно на эту тему. У нас даже в Лос-Анджелесе было отделение с полгодика, но там пришлось его закрыть из-за других совсем причин, правда, не из-за рынка, а из-за того, что люди, которые записывались там, они, как сказать, не очень занимались, не очень говорили по-английски, не очень ездили на автомобиле и вообще как-то вот не очень рвались в бой, так бы я сказал. То есть по сравнению с тем, что у нас в Кремниевой долине, где народ в основном рвался в бой, то там как-то они так вроде учились от какой-то безысходности, что ли, я даже не знаю. Это было где-то году в 90, наверное, там, седьмом, такого типа. В общем, не пошло. Хотя там есть, наверное, и до сих пор какие-то маленькие, там, может быть, школки такие крохотные, но, в общем, не пошло. Я тогда как бы уже разочаровался. Внимание много требует, энергии много, там еще что-то. Дальше получается такая история, что 3 года назад с половиной, это было в мае 2011 года, я начал обучать онлайн. И, наверное, бы и раньше начал, но как-то мне все казалось, что мы не в состоянии качественно это делать, потому что делать некачественно не хочется. А можно ли делать качественно, я тогда не очень понимал. Ну, в общем, начали, была группа, по-моему, то ли 7, то ли 8 человек. И они так как-то понабирались, ну, просто в силу того, что люди спрашивают, нет ли онлайн-класса, там, где-то я еще на форуме, что ли, написал. Ну, в общем, было там 7 или 8 человек, но я уже по-английски с ними. И, значит, хотя, собственно, все русскоязычные были, ну, разный там был народ. Потом, может быть, там была группа следующая, не 7-8, а, может быть, 11 человек, я даже не знаю. Но вот сейчас я учу. Там где-то человек уже 75, вот в нынешней, вот началась 11 ноября группа. То есть, скажем так, за 3 года все это хозяйство выросло с 8, там, 10 до, ну, скажем, 70. И это, в общем-то, неплохо. То есть у нас за год мы делаем раз в 4 месяца онлайновые группы. Они не ограничены, у меня лицензия позволяет 500 человек в класс посадить. И там, может быть, не безумно много такого интерактивного общения, но там есть возможность вопросы задать, мы обсуждаем домашние задания. У нас, к счастью, сейчас есть
невероятное количество видео, которые записаны в обычных наших классах, видео, которые записаны в вечерних, таких продвинутых классах. И у нас абсолютно все, что мы преподаем, ну, практически все, существует в видео. Может быть, они не безумно качественные какие-то с точки зрения вот технической, но, во всяком случае, это тот же самый процесс, абсолютно аутентичный, который у нас тут происходит здесь. И ребята, которые учатся в онлайне, если у них есть желание учиться, если у них есть силы, время, то они имеют доступ практически вот к тому же самому, что и на местности. Более того, я скажу, что те, кто на местности, вот они сидят в классе 4 часа, а мы, записав 4 часа, там вырезаем там, ну, то, что не относится к познавательному процессу так явно. И уже получается, что в записи это не 4 часа, а 3, может быть, 2,5, иногда вообще 2, когда там какие-то лабораторки начинаются, там еще что-то. Поэтому в этом даже есть какое-то удобство. Потом можно же посмотреть еще раз и еще раз. Можно вернуться через пару-тройку месяцев тоже посмотреть. Поэтому как-то появилось такое валью, вот, которое мы даем в онлайновом классе. Он там 40 часов живых, из которых 20 это теория, я веду. Ну и job market, как работу найти, там последние 5 занятий. А еще 20 часов это проект мобильный и теория тестирования мобильных приложений. Это ведет один человек, она менеджер в компании, у нее там свой продукт, который она тестирует, она с ребятами это все разбирает. И мы сейчас тут добавили автоматизацию. Автоматизацию мы тоже, вот, ну вот как вести автоматизацию в онлайне, знаете как? Но тем не менее, вот ей удалось, вот эта же самая женщина, пока что там несколько занятий она для общего понятия им дает, но здорово дает, поэтому они как бы довольны, и я тоже доволен. Так вот, может быть, мы начнем вообще отдельно учить автоматическое тестирование в онлайне, потому что пока что нам это не очень как-то, опять, не качественно не хочется, а качественно много сил, много времени там и так далее. И ты же не отбираешь людей, которые там в онлайне пришли учиться, поэтому сложно. Поэтому, вот возвращаясь к этому, я хочу сказать, что я бы хотел, чтобы у нас было там не 200 человек в год в онлайновом классе, а может быть там будет 500, может быть там будет 1000. А что такое 1000? Кроме того, оно же не обязано быть исключительно в Соединенных Штатах. То есть у меня там и сейчас есть народ из разных стран. Там и из Англии, из Финляндии, из Румынии, из Филиппин, из Вьетнама, там еще откуда-то есть народ. Вот, поэтому из Израиля постоянно кто-то есть там. Из Пакистана бывает. Короче, это то, как мы как бы отвечаем на вопрос такого увеличенного спроса, растущего спроса. И часть программы состоит в том, что они занимаются в онлайне. Но если человек хочет приехать, например, и практику пройти в компании, хотя, в общем-то, им на самом деле хватает. То есть я вижу, что те, кто действительно идет и ищет работу, они довольно быстро с этим справляются. Но те, кто хочет практику пройти и как-то приблизиться к тому, что вот с теми, кто на кемпусе, они могут приехать. У нас постоянно кто-то есть. Они там платят разницу между курсом онлайновым и он на кемпусе. Это еще там $2000. И мы их несколько недель тут полируем. Они сдают несколько тестов. Мы их запускаем на практику в компанию. Вот тот же Хвостович, да, вот он так приехал, он жил там, где жил, на том берегу, и учился в онлайне. И что-то ему, не знаю, как-то то ли он собраться не мог. Я думаю, что он бы и там работу нашел, если бы так пошел искать, но что-то он не мог собраться и пойти искать. У меня такое впечатление, он, может быть, по-другому это расскажет. Вот. И вот так он приехал, его там на практику пульнули, и он там до сих пор и работает, его оставили. И потом он рассказывал, да, там зарплату повысили, он там сейчас хорошо, очень хорошо, прилично зарабатывает. Поэтому такая возможность тоже есть. И ну, вот это мое видение. Значит, то, что касается вот здесь на кемпусе, у нас действительно как-то все больше народу появляется. И я бы сказал, больше русскоязычного народу появляется. Если, скажем, год назад у нас школа была наполовину, там, скажем, из Индии народ и наполовину все остальные, то сейчас я смотрю, у нас что-то так много стало ребят, которые вот так съезжаются, вот эти full-time студенты.
как так потихоньку-потихоньку, а стало их очень много. Я на самом деле очень рад, потому что мне очень приятно и в охотку работать с молодежью. Там же такая хорошая молодежь, очень, очень приятно. Вот на них смотришь, в класс зайдешь, прям ух, так адреналин, и там очень приятно. И вот, значит, что бы мы хотели? Мы бы хотели не выпускать больше. Мы можем больше, у нас вот помещений хватает, у нас всего хватает, но мы не хотим больше, мы хотим, может быть, в том же количестве, но покачественней, потому что у нас очень такая проблема ощутимая, что ребята приходят, они не инженерного образования, а так вот самые разные, там, вот последние две группы, которые начались, там 40 человек приехали, мы их разбили на две группы, full-time, так там половина с юридическим образованием, а вторая половина там, не помню уже, что там у них было, бухгалтерия, там еще что-то. Поэтому почти нет инженеров. И это, ну, как бы проблема, потому что так вот инженеры ушли в одну компанию, там эти ушли в другую. А так получается, если инженеры не ушли, тогда в те компании, где попроще требования, значит, больше народу нужно устраивать. В общем, что тут сказать? Мы бы хотели, чтобы у нас была посильнее публика и помотивированнее, потому что вот те, кто у нас днем занимаются, они... Я не про фулл-таймщиков говорю, потому что они съезжаются из разных мест, они очень мотивированы. Но вот ребята, которые тут на местности живут и занимаются, там, три раза в неделю приходят, там много таких, не поймешь чего, каких-то они... уроки не делают, знаете, преподаватели жалуются, что вот так приходишь в класс, они не подготовлены и так далее. И еще у нас есть две вечерние группы. Для людей, которые работают, там обычно немного народу. С ними на самом деле хорошо работать, вот когда они не перегружены, там может быть там 15 человек, 16, очень хорошо. Но они после работы, они уставшие, они не могут заниматься. Поскольку у нас на вечерние группы меньше спрос, то наш тест, который максимально 10 баллов можно набрать, если в утренние группы мы берем 9 и 10, вот не фулл-тайм, а вот как бы местный, экспресс называется, значит, 3 раза в неделю, значит, они должны набрать 9 либо 10 баллов, иногда мы там в порядке исключения с восьмеркой берем, то вот эти, которые вечером, значит, там с семеркой, то есть они технически послабее. Ну, и мы решили сейчас, что последнюю группу, вот мы начали во вторник на этой неделе, а дальше мы будем вечером делать только одну группу вместо двух. И пусть там будет просто посильнее народ, мы сделаем, поднимем требования к тесту и к языку. То есть мы, собственно, отбираем, мы с каждым разговариваем, мы пытаемся сделать так, чтобы человек, который не говорит по-английски, не попал. Но постоянно находятся люди, которые... Он даже не столько говорит, но вот как он на интервью... Не говорит, но он как на интервью попадает, у него как отсекает, там, понимаете? И такие тоже есть, от стресса, там, еще от чего, я даже не знаю. В общем, мы пытаемся ответ на вопрос, значит, как мы собираемся развивать. Развивать мы хотим так, чтобы было пусть немного, но качественно. Потому что качественное легко устроить, жизнь облегчается. И нам, и самим студентам, и компании гораздо лучше начинают относиться. Понимаете, бывает так, что там придут разочек, поговорят там и уйдут, никого не взявши. Так тоже бывает. Ну, может быть, у них ожидания там слишком высокие. Они думают, что вот как они в университет придут, там наберут у нас таких. Но у нас по-другому. Но во всяком случае, вот мы как бы боремся сейчас за качество. И так вот, идет еще, как бы мы изучаем вопрос, как нам быть с ценами, потому что у нас цена не менялась с 96-го года, вот как оно тогда стоило, а все-таки уже почти 20 лет прошло, я имею в виду цена за час занятий, и мы, не желая повышать цену, мы отвечали на это тем, что просто больше народу в класс сажали. Но это тоже имеет свои как бы нехорошие такие стороны, потому что слишком много тоже никуда не годится. В общем, мы попытаемся сейчас сбалансировать ценой, и чтобы было меньше народу в классе тоже, потому что там по 40 человек иногда бывает и невозможно так работать. Вот такие примерно мысли, которые в голове роятся.
А дальше они там будут как-то, значит, внедряться в жизнь. Я только хочу сказать, что это коснется и фулл-тайм программы, и ребята, которые участвуют сейчас в лотерее, у них будет возможность зарегистрироваться, и если они в лотерею выиграют, то они смогут забронировать, заблокировать себе цену и по нынешней цене, значит, принять участие. Если они захотят, в принципе, этим когда-то заниматься, то они это смогут сделать по старой цене. Так вот, такая есть идея. Ну вот, наверное, все, и мы с вами на этом расстаемся.